Всех приветствую на своем канале. В среду совершенно спонтанно для самой себя, ну и, соответственно, для Аленки, я гоняла в Ярик. Мы вроде как спланировали с ней встретиться на ее школьные осенние каникулы, но, в принципе, я думаю, что встреча в любом случае потом состоится. А тут моя подружка предложила мне, ну как она до этого писала как-то мне ВКонтакте, вообще говорила, что собирается в октябре, но я почему-то подумала, что где-то вот, ну где-то 13 октября оказалось, что просто 13-е как бы число, это не совсем то же число, это было время. У нее был семинар в библиотеке для слепых и библиотечный. Она в час должна была освободиться. Ну, соответственно, она ехала утром, я ехала чуть позже. И мы решили вроде как сначала, я думаю, да ну, погода, да ну, да нафиг, да вообще, да лень. А потом что-то так в результате за день до все-таки собралась. Написала Аленке, а у нее там то ли учеба, то ли что-то в этом роде. Ну, короче, как бы рабочий будний день обычный для человека, да. И, соответственно, я не была уверена, что она сможет, но она сама не была уверена, что она тоже сможет. Это к тому, что вот вы там все хотели, наш с ней совместный влог, вот влога как бы нет. Не было, не случилось. Но мы, в принципе, я считаю, неплохо погуляли. В общем, вот у меня будет видео как раз вот, как я анонсировала малюсеньком видосе про роллы из Ярика. И в смысле из Ярославля, привезенные мной, в общем, о моих покупках в Ярославле и, соответственно, о подарках. Так как у меня ничего с собой, к сожалению, не было для Аленки, а как бы там грозил быть день учителя, который уже как бы, в принципе, был вчера. Ну, соответственно, всех учителей, кто каким-либо местом, даже как я, в принципе, у меня образование второе, высшее, это именно как раз, в смысле второе образование, но высшее первое, именно учитель культурологии, учитель МХК, то, в общем, в принципе, всех, кто даже не работает учителем, но каким-то местом мог бы им быть, в смысле учился, в общем, вас с прошедшим праздником, если вы считаете это за праздник и отмечаете и тому подобное. Ну и, в общем, как бы было, ну, неудобно, она мне что-то там привезла из Беларуси, и, в принципе, традиция такая, что встречаемся, обмениваемся подарками, я просто решила ей что-нибудь купить в Ифраше. Плюс у меня, я видела у нее видео как раз про их расшиб, заказы у нее там покупку. И была такая вот кисточка. А эта кисточка мне тоже причиталась за 200 за покупку по моей этой карте клиента. Но она мне вообще как бы без надобности. Я сначала подумала, ну может ей делать растушевку. Но я рисую крайне редко в плане как карандашом. Вообще редко рисую, а вот карандашом, чтобы делать потом растушевку, я вполне всегда обходилась ватным диском, кусочком ваты. И как бы эта кисточка со спонжиком на другой стороне мне бы была, в принципе, без надобности. Но я решила, что если получится так, вот еще до того, как собралась в Ярик, думаю, если буду в Ярике, если вдруг куплю, то отдам Аленке. Получилось так, что, в принципе, я ей отдала, ну, у нас такой, я думаю, обмен там на водичку, которую я потом покажу, этой кисточке. Ну и так как у Аленки уже была кисточка, как я видела в видео, ну думаю, может кому подарить. Сначала думала Насте Лукьяновой, но так как у нас Настя сейчас, в принципе, ей не до кисточек совершенно, и мы решили там, в общем, Аленка найдет кому еще с ней сделать. Я думала сначала купить ей гель, потом так спросила, думаю, там, ну, лавандовый, помню, гель, еще что-нибудь. В результате мы сошли к тому, что гелей у нас у обеих дофига, и у меня заканчивался шампунь у нее. У меня было такое предложение также вот по этой карточке клиента, в общем, там 30% скидка на один товар, потом, значит, подарок вот этот от 200 рублей, и можно было купить определенный товар два по цене одного. Один покупаешь, другой в довесок. Или один такой же, как вот два одинаковых товара, или один с ценой чуть меньше. Ну и мы решили, что она, в общем, оказывается, не пробовала вот такой вот шампунь от Ифраше, а меня, в принципе, знают те и другие, и я думала его купить. В результате, конечно, вышло не два по цене одного, а так вот один и такой второй слегка с большой скидкой. Ну да не суть, это я уже потом увидела, там очень намудрили. Это, кстати, в магазине было не на Кирова, а тот, который в Ауре находится, Ифрашевский. Ну и вот мне дали в довесок, в общем, как раз эту кисточку, маленький пробничек, который я сейчас покажу, и, значит, бумажечку такую. Ну и, в общем, я купила, вот как раз это как бы серия такая, хотела как раз именно вот это жидкое мыло, можно было бы, конечно, одним шампунем обойтись, но мне что-то как-то сомнения были насчет этой акции, что вдруг это не влезет там
скидку, еще как-то, в смысле, в эту всю сумму, чтобы вышло именно на 200 рублей, я решила подстраховаться и купить еще что-нибудь, и все равно хотела себе жидкое мыло, и вот мне очень нравятся вот эти жидкие мыла. Аленка думала, что хочу жидкое мыло, потому что я, как обычно, не очень внятно объяснила ей. То она в обзоре делала как раз там из Презир Натюрок обновившихся жидкое мыло какое-то, а я хотела вот именно вот такое. Во-первых, на него можно сделать, была скидка. И, в принципе, оно мне где-то, по-моему, до 108 рублей обошлось. Так оно стоит, по-моему, 160, по-моему, так примерно оно раньше и стоило. И можно было и раньше его примерно по скидке по такой же цене взять. В смысле, раньше я имею в виду 2011 год, когда я только начала заниматься Ифраше, вот первое, которое я пробовала, вот как раз оно. К нему еще продается в Ифраше обычно такой пакетик. Ну, мне кажется, что раньше оно было, может быть, конечно, я путаю, оно было 300 мл, сейчас это 200 мл. После того, как у них цены подорожали, вот, допустим, гели, которые были по 99, и которые делались в Италии, потом вдруг стали в России полноценно делаться, чисто для России, видимо. Еще этот арбузный гелик появился, который, как мне потом сказали люди, живущие вне России, территориально и пользующиеся тоже Ифраше, что там, допустим, во Франции не было этого гелика арбузного, астраханский арбуз. В общем, суть такая, что есть у них такие наполнители. По-моему, по той же цене, может, чуть дешевле, именно вот этого вот гамомелиса, моющий гель для рук, нежность это называется, для чувствительной кожи тоже подойдет гамомелис. И, кстати, уже сделаны в России. И можно, допустим, купить наполнитель, отрезать уголочек, открутить крышечку и перелить сюда. И вообще мне нравятся очень вот такие именно флакончики ифрашевские. Вот у них раньше еще были Лотос, там из серии Жардан Дюмонт. Но я не знаю, сейчас они вообще есть такие моющие гели. Или только вот гамомелис остался. В общем, мне очень нравится суть вот такого дозатора. И я думаю, потом его просто использовать уже как флакончик и наливать туда что-то другое. Даже если какое-то другое жидкое мыло, ну, с другим дозатором, но именно вот этот тоже. В общем, поэтому я его купила себе и, в принципе, советую вам. Ну, конечно, это не бюджетно, можно купить там что-нибудь такое в два раза дешевле и большего объема, но мне вот этот очень нравится. Что у нас тут? После применения тщательно смыть. После вскрытия 6 месяцев. Годен до апреля 2020 года. Я не помню, как он пахнет. Ну, просто вот сейчас. Ну, короче, какой-то свежей растительностью. Но хотя, вот чисто когда вот этот шампунь, допустим, именно из этой серии, мне всегда казалось, что он горьковатый какой-то по запаху. В общем, он такой прозрачный, хороший гелик. Моющий для рук. И вот этот у нас шампунь, это тоже уже, конечно, сделано в России. После вскрытия 6 месяцев. И сроком он у нас уже до 06.20. Шампунь нежный с гамомелисом, бережная забота для всей семьи. Ну да, он как бы такой универсальный. И вот самое интересное, что вот эко-шампунь, он мне нравится, наверное, больше даже, может, в принципе, они одинаковые для меня, что эко-шампунь, что гамомелис. И они по цене, по-моему, одинаковые. Сейчас по 270, они тут 300 мл. И не оба такие прозрачные. И вроде как... Ну, тот, мне кажется, больше цитрусом отдает. В общем, гамомелис подходит. Вот все, кому я дарила, или там вот это, ну, как-то вот, кто у меня заказывал в свое время, когда я еще так конкретно занималась, чисто вот не только для себя и Ифраше, через интернет заказывала, когда... То вот эко-шампунь никому практически не подходит. А вот гамомелис всем. А мне нравится и тот, и другой. Я, в принципе, разницы особой как-то не чую. Я не знаю, может быть, я его оставлю действительно себе, потому что у меня сейчас шампунь, которым я пользуюсь, Green Mama's с вишенкой, заканчивается. Может быть, у меня там грядет в ноябре, в начале день рождения у подруги, может быть, я подарю его ей. Потому что я, в принципе, пока не знаю. Обычно я у нее так за несколько дней узнаю, что она хочет. Если он у меня еще будет не открытый, то я ей, соответственно, его подарю. В общем, хороший шампунь, в принципе, я вам советую такой шампунь. Ну и я там, конечно, соленкой приснула вот эту вот новую водичку. Я так поняла, что это в несколько нот любви вариация. Потому что она и в линейке стоит у них так, и в каталогах, которые мне приходили, вот уже четвертый каталог именной бумажный приходил ко мне сюда почтой до России. И вот там вот как раз вот в линейке вот этих ароматов, как, допустим, с чем бы сравнить... Evidence, да, там Evidence Limit, Evidence
чего-то еще evidence, evidence, evidence. И вот так вот, так же вот она стояла с несколько нот любви. Ее сейчас можно, по-моему, купить за 2900, за 2,99, что-то такое, и в подарок вам дастся к ней помада в лимитированной коллекции, красная, кажется, возможно, можно цвет какой-то выбрать, но мне кажется, только одного цвета, там, красная помада, и она вот как раз вот во флакончике, скажем так, под дизайн этой воды. Я прыснула там, Аленка, точнее, на меня прыснула на руку, я чувствовала чисто сначала спирт один, спирт, в общем, больше я ничего так и не учуяла. Может быть, там просто смешалась с какими-то духами, которые на мне были, может, просто еще что-то. Ну, в общем, я потом эту салфеточку заюзаю и в пустых баночках вам расскажу. Если она мне понравится, может, я все-таки разорюсь на эту помаду, точнее, духи с помадой. Еще мне дали вот такую вот бумажку. Бумажка у нас действует с 23 октября по 12 ноября. Аленке очень захотелось, я так поняла, вот этот вот браслетик. Элегантный комплект из двух украшений. Тут у нас, походу, сережки, гвоздики и какая-то такая, типа, колье. Ваш подарок при покупке 200 рублей. Мне, в принципе, это вообще подарок нафиг не надо. И если я приеду в ноябре и с этой вот бумажкой пойду, то я, наверное, подарок отдам Аленке. Потому что он мне, ну, вообще совершенно ни к чему. А вот это я бы приобрела. Тут у нас, вот, мандарин и кедр 400-200 миллилитров. Ну, я думаю, что тут опять, наверное, будет половина сделана в России. Лимитированная коллекция 99 рублей. Наверное, это, возможно, я подозреваю, не уверен, конечно, возможно, это новогодняя лимитированная коллекция. Но судя по тому, что тут нет никаких таких опознавательных новогодних знаков, возможно, это просто такая зимняя коллекция. Мандарин и кедр. Это у нас гель для душа и ванны 50 миллилитров. Потом 200 миллилитров или 400 миллилитров. Жидкое мыло для рук. 190 миллилитров крем для рук сам по себе, 75 миллилитров туалетная вода, мандарин, лимон, кедр, бальзам для тела, мандарин, лимон, кедр, это там 20 миллилитров или 100 миллилитров, 150 миллилитров, эксфолиант для тела, тоже лимон, мандарин, кедр, и мыло, эксфолиант, лимон, мандарин, кедр. Вот ни разу у них не видела это мыло, эксфолиант, я бы, наверное, в общем, возможно, я бы попробовала мыло, эксфолиант, и просто какой-нибудь, может быть, крема для рук, вот именно вот такие у них вот, ну, мне они нравятся. И лимитированные коллекции, и новогодние коллекции, и такого вот формата, они мне нравятся, они такие неплохие. Но я, наверное, так как у меня кремов для рук дофига, если, может быть, буду покупать вот чисто там кому в подарок, там на Новый год или еще что-то, на какие-нибудь такие мелкие праздники. Себе бы я, наверное, может, взяла, скорее всего, гель для душа. Жалко, конечно, что тут не указано масло для тела. Ну, вообще, я гляну, если там что-то сделано во Франции, то я куплю то, что сделано во Франции. Потому что, в принципе, нафига переплачивать за то, что сделано в России, если это все-таки французская фирма. В общем, вот такой у меня был заказик, точнее, покупка в Фраше, то, что вот чисто уже у меня осталось. А потом я решила, сейчас все-таки покажу еще одну покупку, две. А потом уже Аленкин подарок обозрю. Так, и, в общем, это я купила все-таки. Тот, который я в пустых баночках рекламила. Я узнала, у него просто сменился дизайн упаковки, потому что они действительно, что типа, чтобы их отличать друг от друга, как мне сказали в аптеке, в Ярике, ну, там действительно была упаковка практически у всех одинаковая, и можно было путаться. Поэтому теперь у них просто разная упаковка. Насчет состава мне ничего не сказали. Синергетик третьего поколения, капли 30 мл, ЭПАМ тысячный. И попался он мне по 135 рублей штука, они шли сейчас по скидке. Я не помню, сколько там была цена изначально. Сейчас я, если кому интересно, просто скажу, где это находится. В Ярославле, Свобода 73. Такой мы с Машей искали, сначала зашли не в ту аптеку. Я не помню, как она сама по себе называется. Ну, в общем, где вот Фрикенбокен, если вы вдруг живете, смотрите меня, те, кто живут в Ярославле или были когда-либо в Ярославле, то вот кафе Фрикенбокен, которое рестораны попутно кафе, и, допустим, если вы стоите лицом к этому кафе, да, вот камера, или вы, это вот как раз это, то,
та линия, где этот кафе Фрикенбокен. Вот здесь аптека, в этом же здании кафе Фрикенбокен. И потом рядом такой маленький небольшой домик одноэтажный, хоть у меня в интернете адрес, когда смотрел, там написано на первом этаже, видимо, предполагается как бы еще второй, ну еще какой-то этаж помимо первого. Ну там действительно одноэтажный маленький домик, вот так с торца там вход. Ну, конечно, там вот мы зашли с подружкой, там два продавца. Женщина и еще кто-то, видимо, из их консультантов или что-то такое, частично вешала, грубо говоря, и лапшу на уши. И мы минут 7 или 10 ждали с подружкой, когда вот на нас обратят внимание, что мы тоже как бы покупатели, что вот тут у вас второй свободный кассир нифига не делает, чтобы нам продать эти капли. И я помню, что женщина уже говорила, что отдала деньги, покупала какой-то шампунь, даже цену, помню, за 320 рублей. Ей выдали сначала шампунь, который за 300, потом что-то там с составом было, наклейкой какой-то непонятной. Потом в результате она уже ждала и говорит, ну когда же я дождусь свой шампунь, мы разве вам его не выдали? Она говорит, давайте я вам покажу сумку, вы действительно мне его не выдали. И все-таки выдали этот шампунь, и нас, наконец-то, меня в смысле обслужили. Мне попытались пентюхать карту скидочную, как раз вот мой, нельзя сказать мой японист, наш японист, ну, в смысле мальчик, с которым я общаюсь из нашей команды, он мне как-то, ну, периодически просто рассказывает, что у них там в Японии, и что там, в принципе, даже самый маломальский магазин предлагает вам карту клиента, там, копительную, да, вот. У нас тоже предлагают карты клиента, но иногда ее предлагают купить. И вот мне предложили оформить карту клиента. 20 рублей это карта клиента, через какое-то время там действуют баллы, какие-то бонусы и тому подобное. Но у меня суть такая, что я туда буду заезжать, потому что через Москву заказывать все-таки дороже, пока дождешься. И доставка, плюс еще там минимальный заказ, надо определенную сумму набирать. Которые мне, ну, что я там добирать, просто раз я какой-то фигни набирала, уже чисто, чтобы эта сумма вышла, чтобы они смогли это оформить. Доставка выходит примерно так же, как эти флакончики мне обошлись, если не больше сейчас. И я заказываю обычно где-то так раз в год, раз в два года. Делать эту карту, она сейчас у них действует, сейчас нет. Мне вообще как-то ни к чему, плюс еще заполнять анкету, тратить время. У нас там было, мы в результате успели на автобус, буквально за 7 минут я купила билет до отправления, но как бы у нас время было уже поджимало. Не было такого конкретно свободного времени, чтобы тратить на такую ерунду. В результате я отказалась от этой карты, мне просто пробили, чек мне не дали. У них стояла карта, приемный аппаратик, такой терминал, но карта у них не принималась, почему-то непонятно. В общем, в принципе, ассортимент там очень хороший. Вот это я, насколько помню, была какая-то конкретно такая фирма, потом, мне кажется, ее все-таки выкупила, это Сибирское здоровье, давно-давно еще. И вот уже это, как Маша потом вышла, какая-то эта секта. Но она все вот эти каталожные фирмы называет именно сектами, подружка моя. Ну и в результате, как бы ассортимент хороший, ну, недорого, да, вот получается, можно приехать купить, но то, что там вот такое обслуживание, это вообще оставляет желать лучшего. В общем, пока в России вот такие люди существуют, которые сидят на месте, ни черта не делают, тянут резину, так вот всякие косяки в России будут. В общем, это вот одна, но это последняя уже моя покупка была. Перед этим мы зашли в книжный магазин, она покупала книги для библиотеки, я пошла смотреть на полочку японского языка. Полочка японского языка, это, по ходу дела, отдается кашель тем, что у меня несколько дней на кухне были и в ванной ледяные батареи, а в другой части квартиры горячая, кому интересно, welcome to hell на мою страницу ВКонтакте, страница меня, а не моего канала, там на стене как раз вот прелести последних двух, последние два поста как раз вот о вчерашних приключениях, и я думаю, что я слегка все-таки простудилась, потому что, наверное, мне кажется, как-то это не совсем нормально, когда в большей части квартиры тепло, выходишь на кухню, а там дубак. В общем, кашель. И была там такая полочка японского языка, на этой полочке чего только не было. Я у них пока смотрела, я разобралась. Расставила все это по порядку, как книжка за книжкой, там одинаковые книжки. Там, потому что мне и швейцарский попадался, и еще какой-то, и русский язык для тех, кто приехал в Россию изучать русский язык. В результате я из всех книг, которые перебрала, там была даже книжка, которая у меня есть, книжка примерно такая же, как у меня, но, в общем, под
кучей разных обложек, авторов, цен и так далее, дизайна, соответственно, больше средств в нем крылось одно и то же, и не всегда внятное и понятное. И в результате я выбрала вот только вот эту книжку. Обошлась она мне 158 рублей. Вообще там была пара справочников и еще такой интересный разговорник, английский, китайский, японский и на русском. В принципе, с фразами, которые я посмотрела, встречаются часто в манге. И я единственное не поняла цену. Там она как-то была кучу раз переклеена, и так как я не была уверена, что у меня хватит денег, и могла эта книжка быть и 200 рублей, и 1500, как ты заметила там по ценам, я просто не стала рисковать, плюс Маше выдали карту скидочную, которая действует через 2 недели, ну и в результате, если я поеду потом с Аленкой встречаться на ее осенние каникулы школьные, то я думаю, мы туда зайдем, и если я созрею до той книжки, то приобрету себе ее. В общем, вот такой вот у нас С.С. Калышкина, японский, без репетитора, самоучитель японского языка. Я что посмотрела, он мне дополняет книжку, которая у меня есть сейчас, и мою приложеньку. Плюс еще мне порадовало, что в конце находится не только словарь, но еще и тексты для чтения на японском. Я думаю, это, в принципе, вполне нормально. Учитывая, какая я лентяйка и как у меня то доходят руки, то не доходят. Вообще, японским я занимаюсь сейчас только когда у сестры работаю в магазине. Потому что с ноутбуком туда переться как-то неохота. Напряжно. Сейчас компьютера там нету и другое-то здание. Плюс интернета там только на телефоне интернет. То вот это мне очень помогает. Именно что там с японским. У меня японский почему-то там даже, допустим, я работаю раз в неделю, то я за день прохожу столько, сколько я обычно там за 2-3 месяца не могу натянуть. Или раньше за 2-3 месяца могла только пройти. В общем, вот такие у меня покупки были. Ну и что? Сейчас я перейду. Гляну время только. Потому что мне через некоторое время перейти в библиотеку, ввести книжки оставшиеся, еще там на одну часть. Потому что у меня рюкзачок порвался, придется за 2 раза увозить эти книжки. Библиотеку удар, плюс у нас там репетиция первая для меня, я там какую-то... Я даже не уверена, кого я там играю. Какую-то женщину. В общем, у меня вот тут такой вот лак, я хотела им покраситься, но поняла, что по времени я, возможно, не уложусь. В общем, красный лак, фиг знает, какая фирма для ногтей. Аленка мне подарила. Сейчас я вот открою, гляну кисточку. По-моему, он будет такой... Сейчас вот даже... Протестирую. Может, даже придется потом докрашивать перед уходом. В общем, я думала, что он будет полупрозрачный, но он, в принципе, ну, не сильно, но такой краснопрозрачный, скажем так. Я думала, что он сначала мне показалось, что он по типу, он немножко светлее, это чуть-чуть более кирпично-красный, чем тот, который у меня родня забрала на чего-то там, и я такого не вернула обратно, который был... Лейм, Эйм какой-то там, у меня этой же фирмы еще помада есть из улыбки радуги. Ну, в общем, он чуть-чуть отличается, ну, тоже, в принципе, рюкзаки красные цвета, все оттенки красного. Потом крем для рук от Oriflame, 75 мл с облепихой, я пока открывать не буду, потому что у меня, в принципе, несколько вскрытых кремов есть. Ну, и, соответственно, беру в запасы после вскрытия, он, кстати, тут живет 12 месяцев. Ну, и, конечно, буду пользоваться с удовольствием, крем для рук всегда нужен. Потом очередной бочонок, у меня такой уже есть, Аленка мне дарила на день рождения, этот пойдет в запасы, потому что тот я пользую периодически, вообще его брала в деревню и пользовала в основном, ну и как бальзам для губ, и как воду для ногтей. В общем, хороший орифлеймовский бочонок, ну классический такой 15 мл, ну знаете, кто пользуется орифлейм, даже если вы его не сильно, не консультант, но все равно как бы видели, специально смягчающее средство с медом, способ применения нанести на... По мере необходимости на губы, локти, кутикулу. Ну и, в общем, обычно такой бочонок, желтый с медом. У меня, по-моему, уже 4-й вообще бочонок за всю мою жизнь. У меня был с розой, с вишней мне дарили кажется, или с розой, потом... Или с вишней, или с розой мне давно дарили. Потом Аленка мне дарила, кажется, Аленка дарила, или с вишней, опять же, или с розой. Потом вот этот медовый, еще 2-й медовый. Возможно, еще какой-то был когда-то, если я путаю и... Вы меня смотрели более внимательно, чем я это снимаю, то можете поправить меня в комментариях. Это Аленка мне привезла гель для душа из Белоруссии. Арома Фантазия. Гель для душа, медовая груша. Знаете, пахнет, вот она как сказала, что помнит, что я люблю такие Ефрашевские. Очень похож на Ефрашевскую медовую грушу, а еще на Ефрашевское
яблоко в карамели. Или яблоко в карамели и груша в карамели у них были, вот что-то такое. Ну, один, он, она как говорит, что он жидковатый, ну, в принципе, какая разница, он, по-моему, кремовый. Он на меня пузырьком прыснула. И он действительно очень-очень вкусно пахнет этой самой грушей. В общем, с удовольствием запользую. Ну и вот те духи. Я у нее просила пробник, но пробник она не купила, так поняла, что ей эти духи, сейчас она ими не пользуется, или они... Ну, в общем, видать, приелись. Это, по-моему, Oriflame. Oriflame ли? Я уж не помню. Да, Oriflame. Это у нас Wonderflower. Волшебный цветок, насколько я помню. Нежненько такими цветочками пахнет. Я когда у нее обзор увидела, я поняла, что он мне, скорее всего, понравится. Он действительно мне очень понравились. Вот сегодня, может, я ими попрыскаю перед тем, как поеду на Верике. Вот тут такой замечательный крышечка-цветочек. Ну, в принципе, если вы не видели ее обзор, то я по-любому оставлю ссылку на ее канал. Проходите, подписывайтесь, если еще нет. И если не видели ее видео, то там поройте в каких-нибудь ее обзорах от Oriflame. Заказа Oriflame, я думаю, будет. В общем, вот такое у меня было видео. Наверное, как обычно, слегка сумбурно. И что-нибудь, возможно, я забыла сказать. Ну и, в общем, я, скорее всего, обрежу и слегка смонтирую уже после того, как явлюсь, или же наоборот, когда явлюсь, то закину. В общем, скорее всего, залью это видео уже к вечеру. Если досмотрели до конца, то всем позитива и хорошего настроения и тому подобного. Хотя позитив, наверное, есть хорошее настроение. Ну и спасибо за просмотр и пока!